Итак, ФСБ предотвратила в Крыму теракт, подготовленный украинской разведкой. Атака планировалась в ночь с 6 на 7 августа в районе города Армянск, это на севере полуострова. Там наши спецслужбы обнаружили группу диверсантов. Их целью были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. По оперативным данным, готовили атаку сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Они хотели дестабилизировать обстановку на полуострове. Были обнаружены 20 самодельных взрывных устройств. Мощность до 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. Также было изъято большое количество боеприпасов, в том числе гранаты и спецоружие, которые числятся на вооружении вооруженных сил Украины. Кроме того, противопехотные и магнитные мины. При задержании украинские агенты оказали сопротивление, и они убили одного сотрудника ФСБ России. Уже точно известно, что одним из организаторов предотвращенных терактов является Евгений Панов. Ему 39 лет, он житель Запорожской области. По факту подготовки террористической атаки возбуждено уголовное дело. В Крыму усилены меры безопасности. Граница взята под особый контроль.